Облаштовываем ярмарки. Устраиваем ярмарки, крутим свечи, открываем сборы, сбрасываем свои деньги. Принес пироги прямо из дому. Принес еще такое. Это мама пекла, просто времени не было. По-перше, це вдячність. Во-первых, это благодарность нашим защитникам за то, что они приближают нашу победу. Хочется им помочь, как-нибудь поддержать. Все сплотились, все. Все сплотились, все. Все люди, вся Украина, все, даже детишки маленькие. И те собирают на помощь ВСУ. Ну как, по-любому победа будет за нами. А эти баночки? А эти баночки мы передаем военным, чтобы они больше ощущали нашу теплоту и поддержку. Умнички. Умнички. Знаете, как чувствуется эта поддержка, когда ты там? Тату, мы дуже тебя любим. Папа, мы очень тебя любим. Я с мамой, сестрой и вообще все мы верим в тебя и желаем, чтобы ты вернулся, чтобы мы были все вместе. Дуже хочется, щоб... Очень хочется, чтобы все они вернулись. Я когда дізнався про ваш проект, не мог сюда не приехать. Я когда узнал ваш проект, не мог сюда не приехать, так как то, что вы делаете, это очень трогательно, с чистыми сердцами. Это именно то, что нам нужно сейчас. За вами будущее. Мы все сделаем для того, чтобы оно было светлым. Я благодарю вас за помощь. А можно еще для крихи так написать? Я считаю, что с такой поддержкой, с такой силой у россиян нет никаких шансов.